Привет, мои дорогие! Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня я подключилась специально для того, чтобы вместе с вами открыть мои посылочки. Буквально несколько минут назад сынок мой сходил посылки, сбегал на почту, сбегал на СДЭК, помощник мой. Эти долгожданные посылки, которые там какое-то время лежали, потому что не было возможности забрать. Вот, и давайте приступим. У меня прям уже такие эмоции. Обожаю тоже смотреть эти видео о распаковках. Обожаю пряжу, особенно если это касается носочной пряжи. Магазины, где я совершала свои покупки, ссылки на них я оставлю в инфобоксе. В общем, давайте приступим, мне не терпится. Первая посылка у меня пришла с деком с магазина Socks Yarn. Это магазин носочной пряжи. Находится он в городе Хабаровск. И это уже вторая у меня. Второй заказ. Поступил. Второй заказ делала я у них. И давайте посмотрим, что же мне пришло. Вот такая красота. Давайте по очереди. Первый пакет. Это моя любимая пряжа Регия. Так. Заказала я такой цвет. Для жаккарда заказывала специально, так как секционки у меня уже в достаточном количестве, решила заказать однотон. Так, это четырехнитка Регия, ну, классического состава. 75 шерсть, 25 полиамид. Значит, изготовлена в Румынии. И цвет 06850. Следующее. Вот смотрю я внимательно, и я понимаю, что это такая интересная нитка. Она то ли меланжевая, но очень интересный цвет. В общем, как будто бы отливает, если, не знаю, увидите на камере, как будто бы немножко желтым отливает. Так, этот цвет у нас 01844. Так, это тоже очень интересная расцветка. Тут я не скажу, что это розовый. Я не знаю, девочки, даже как точно. Прямо меланжевый и вкрапление голубенькое, желтенькое, зеленое. Я думаю, что просто очень красиво получится в носочке, особенно если вязать с каким-то узором. Я подумаю, ну, цвет, девочки, просто бомбический. Сейчас скажу, какой это цвет. Это 06840. Вся пряжа изготовлена в Румынии. Ну и, конечно, беленький, потому что беленький мне понадобится для жаккарда. Я заказывала в прошлый раз в этом же магазине пряжу Навита, тоже четырехнитка, но как-то она мне не особо понравилась, она какая-то очень тонкая, слоилась, поэтому я опять же возвращаюсь к своей любимой Регии. Это у нас цвет 02080.
Так. Здесь накладная как раз. Вкусняшки положили. В прошлый раз тоже, кстати, ложили образцы пряжи. Так. Значит, доставка мне обошлась бесплатно, так как у меня заказ вышел больше 5000. Так, еще один пакет. Вот такая пряжа. Это у нас Лана Гросса Модела. Малин Вайт Модела. Вот такая четырехнитка. Состав 75 шерсть, 25 полиамид. Моточек 100-граммовый, сделано в Италии. Вот такой вот цвет. 43,72. Эта пряжа была, кстати, у них по акции. Поэтому я обратила внимание на нее. Тоже Лану Гроссу очень люблю. Вот такая еще. Эту пряжицу я увидела у Насти Гончаровой. Как она рассказывала про нее, как она показывала, я не удержалась. И тоже захотела именно белый твид. Вообще у меня в запасах есть розовый, голубой, а белого твида не было. Вот решила я еще беленький себе взять. Вообще, эти крапки. Так, вот видео. Цвет 402. Так, а эта пряжа изготовлена в Италии для Германии. 70% шерсть, 25% полиамид и 5% вискоза. Почему-то думала, что здесь классический состав. Нет, здесь добавлена вискоза. Так. И еще такой моточек. Этикеточка немножко упала, разорвалась. Это всеми любимая Ализе Супервош Комфорт Сокс. Заказала я для того, чтобы, скорее всего, скомпоновать. Сейчас я принесу моточек, с которым я хочу скомпоновать этот цвет. Я думаю, что вот эти два цвета. Да, я была права, эти два цвета здорово сочетаются. Возможно, сделаю резиночку таким цветом, ну, пяточку, наверное, и мысочку. Здорово. Так, сейчас пряжу мы немножко пододвинем и откроем с вами вторую посылку. Ой, посылка тоже очень долгожданная, но пришла она ко мне быстро. Это посылка из магазина Акатава из Москвы. Сейчас посмотрим. Очень-очень интересно, что же я заказала. Скажу сразу, я заказала себе подарок на Новый год. Придется, наверное, разрезать. Шумой, девочки. Боже мой. Это мечта. Это мечта, наверное, каждой вязальщицы. Не побоюсь сказать. Ой, у меня даже просто вот слова теряются, честно. Вот эти эмоции. Ой, девочки, вот такие заказала спицы. Чулочные. Это спицы хая-хая. Одни 2,25, другие 2,5. Но вот эти 2,5 это с кончиками шарп.
Вообще я вижу спицамичагу, и это тоже мой любимчик. Носки я вяжу на 5 спицах, как-то вот на чулочных. Все равно метод Magic Loop как-то не зашел мне. Я могу, например, вязать просто лицевую гладь в носке, на спицах, на леске, но все равно я вот, когда начинается у меня пяточка, или я закрываю мысок, или, например, нужно резинку соединить в круг, все равно я вяжу на 5 спицах. Я вот решила себе заказать именно хая-хая, попробовать. И так, в принципе, чагу у меня до такой степени отполировались от носочной пряжи, что они просто вот идеальные. Но, как говорится, спиц много не бывает, потому что, как обычно, мы любим. Ну, не знаю, как вы, но и у меня, я не однопроцессник, и у меня очень много разных процессов. Я люблю пробовать разную пряжу. Люблю пробовать разные техники, разные узоры. В общем, все по настроению. И потом с вами поделюсь отзывом, как мне эти спицы понравились или нет. Отличаются ли они от чагу. Расскажу вам по поводу кончиков, потому что эти кончики шарп. Они более острые. А эти кончики стел, они не такие острые. В общем, буду пробовать и расскажу вам обязательно. Ну, перейдем к самому интересному. Ой, распакуем. Распакуем. Так. Столько пакетиков тут около меня образовалось. Так, здесь у нас написано, что за спицы. Это набор спиц Хая-Хая Шарп. То есть шарп означает, что острые кончики. Так, и набор смол, то есть спицы укороченные от 2,75 до 5 миллиметров. И написано у нас, какие лесочки в наборе. Так, здесь у нас, я так понимаю, это удлинитель лески лежит отдельно. Такая овечка. Для измерения спиц. Диаметр спиц. Вот такой чехольчик. Очень приятный такой. О, кстати, здесь у нас еще такой карманчик. Здесь что-то лежит. Вот они, здесь лежат лески сами. Так, здесь 2 лески лежат на 80 и на 100 сантиметров. Одна на 40, а другая на 60. Прям вот полный комплект. Так, что еще у нас тут? Идет ключики. И такие штучки, я не знаю, как они называются, но я думаю, что это для того, чтобы закручивать спицу. Ой, я волнуюсь так, девочки, я прям... Эти эмоции, я говорю, что у меня аж слов не хватает, это все. Так. Хоба. Попытаюсь, чтобы в камере было хорошо видно. Вот так вот они лежат. То есть этот чехольчик немножко отличается от чехла в чагу. В чагу у них, кстати, подписаны по размерам спицы. Здесь обозначений никаких нет. Вот. Спицы очень легкие. Очень легкий, кончик острый, но я не скажу, что прям вот он сильно острый. Для меня, в принципе, я вязала на таких острых кончиках, и для меня это как бы... Мне очень нравятся такие. Так. Вообще, я как бы по поводу наборов хочу сказать, что я рассматривала, конечно, набор чагу укороченных. У меня и стандартные. Но почему-то я вот эти шарп
кончики, я вот прям думаю, мне они должны понравиться, поэтому как-то все-таки захотела, наверное, каких-то других ощущений. Так, это у нас троечка, кстати, здесь все у нас лазером выгравировано. Я говорю, слов не хватает просто уже. Так, лесочки. Давайте посмотрим лесочки. Лесочки выглядят вот так вот. Патрончик крутящийся у них. Попробуем закрутить. Так. Интересно. И нужно немножко приложить усилий, чтобы закрутить полностью спицу. Никаких таких неприятных стыков я не чувствую. Все очень гладко. Мне очень нравится. Здесь специальная такая идет леска у них. Наверное, сделана для того, чтобы она не ломалась или не перегибалась. То есть она вот немножко как бы присплющена идет. Мне кажется, даже ключик не потребуется. Оно прям так очень хорошо, плотно закручивается. Вот. Заказала укороченные, потому что вяжу сейчас очень много шапок, и для меня вот именно укороченные спицы — это просто находка. Я посмотрела на свои старые, у меня уже не знаю сколько им лет, наверное, года 3 эти первые спицы, Prime называются, я еще их помню заказывала на Wildberries, собирала разные размеры, в общем, и накопила уже, наверное, стройки по пятерку и активно ими пользовалась. Ну вот решила немножко обновить свои спицы. Буду пробовать, потом расскажу вам по поводу вязания, как мне эти спицы. Ну, интересно, конечно. У меня еще таких лесок не было, которые крутятся. Посмотрим. И что еще хочу сказать. Сначала, конечно, я все-таки засматривалась на набор Чиагу, но почему я не заказала Чиагу? Так как там не было тройки. А здесь есть троечка в комплекте. Здесь 8 спиц. Чтобы мне ее не докупать, вот она. Чтобы мне не докупать отдельно, все в наборе. Вот такой наборчик. Кстати, еще по поводу спиц хая-хая. Девчонки рассказывали, что для того, чтобы сделать стандартную спицу, у них есть такие в компании удлинители для спиц. То есть этот удлинитель, он накручивается на спицу и тем самым удлиняет ее. И она получается как будто бы стандартная спица. Но пока я в наличии таких удлинителей не видела, посмотрю, может быть, сейчас их нет. В другие магазины зайду онлайн, посмотрю. Ну, как бы такой необходимости нет, так как у меня набор Чиагу есть, я ими тоже вяжу. А это вот укороченные именно для горловин, для шапок. Это просто вот очень удобно. Вот такой вот я сделала себе подарочек на Новый год. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо за то, что досмотрели. Вот, сейчас буду раскладывать свои моточки в корзиночку, любоваться ими. Вот, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас ждет еще много чего интересного. Обязательно буду с вами делиться. Ну все, всем пока-пока.